У нас в гостях Роман Романенко. Роман, скажите, с какой целью вы прибыли на выставку World Food? На World Food я прилетел из Кемеровской области. Представляю предприятие ООО «Астронотус». Мы занимаемся производством рыбопродуктов. Выпускаем порядка 1000 позиций: и копченую, и вяленую, и консервы, и пресервы, и так далее. Вот. На выставку я прибыл для того, чтобы встретиться со своими партнерами. Так сложилось традиционно, что мы каждый год встречаемся на выставке тем, кто нам поставляет сырье. Также пообщаться с теми, можно сказать, своими конкурентами или тоже партнерами. Посетил форумы, интересные сессии. То есть, ну, извлек для себя, скажем так, и самообразовался, и в то же время совместил полезное с приятным. Скажите, как вам организация выставки, и много ли полезного здесь можно узнать, и как вам вообще в этом году выставка? Выставка мне понравилась, организация хорошая, все доступно, найти можно любого человека, кто торгует, очень удобный интерфейс на приложении, также можно посмотреть и раздаточный материал, все павильоны подписаны, в принципе, ищется спокойно, легко, в общем-то, в принципе, я доволен, нареканий у меня никаких нет. А как крупный игрок рынка, вас к таким можно отнести, что вы можете посоветовать для новичков, которые вот первый год выставляются на подобного рода выставках? Самое главное, я бы хотел посоветовать, это энтузиазма. Не останавливаться на достигнутом. То есть идти вперед постоянно, организовать стенд, привлечь своих партнеров, поговорить с поставщиками, пообщаться с покупателями. То есть самое главное всегда быть на позитивной ноте. Чем больше позитива в человеке, тем, соответственно, у него больше развивается бизнес, тем лучше настроение не только у него, у его работников, у окружающих. От такого позитива у нас растет и прибыль, и маржинальность увеличивается, и все остальное. Вот мой единственный совет, самое главное в наше непростое время – не унывать. Спасибо вам огромное.